приветствую. Вот такой выезд классный на природу со своей семьей, но семья моя стесняется на камеру снимать. Так что один я сижу рыбачу, поймал уже две плотвицы, такую одну вообще нормальную. Сейчас взял камеру, вернее снимаю на телефон. Моя жена любимая сидит. Очень любимая, очень. Я ее люблю. Короче, местечко вот такое хорошее. Я бы сказал, вообще классное. Наступил месяц май. Как я и говорил, что поеду на карася. Но карась пока еще не проклевывается, потому что я ездил уже два раза. Карася еще здесь пока нету. Но должен вот-вот-вот быть. Всех рыбаков очень много, вон там людей отдыхающих. Все ждут карася. Ловлю на удочку. Хотел фидер поставить, но не знаю. Хотя бы на удочку попробую, что получится. Так. Присоединяйтесь ко мне. Заваривайте чаек, кофеек. И будем отдыхать. Может, что-нибудь и попадется классное. Хорошая погода. 17,5 градусов. Даже уже 18. Можно сказать, класс. Пока ничего не кормил. Такое местечко. Вот сижу. Столик там все у меня приготовил. Посмотрим, что с этого будет. Как получится рыбалочка. Там поплавочек мой заброшен. Сейчас я приближу. Может, вам будет видно. За тростничком. Повторяю, что уже одна плотвина такая хорошая, грамм на 200 попалась. Ну и отпустил. А камеру очень включил посмотреть, что получится. Ветерок присутствует. Микрофона нету у меня. Так что за ветер извиняюсь. Шум не моя вина. Ну, точнее, моя, что микрофона нет. Ладно, короче, будем балдеть. Естественно, взяли мангальчик, шашлычок, мясо. Майские праздники отмечать. Ну, может, повезет, карасика поймаем. Ну вот, такая прикормочка получилась. Добавил сюда хлопьев с такими крапинками классными. Вообще супер. Посмотрим. Много не делал, немножко сделал на подкормежку. Немножко подкормили. Наверное, вкуснячище будет классное. О, вообще супер. Майский шашлычок. Такой латвичек попался маленький. Отпустим. Мелочевочка. Сейчас подкормим, рыба попрет.
Кого-то есть, ребята, тяну. Кого-то поймал. Наверное, первого карасика. Нет. Не карасика, подлещик. Подлещик. Ух ты, блин. Сосал, сосал. Вот такой подлещик, ребята. Попался. Что-то он какой-то побитый, я бы сказал. Наверное, сейчас отпустим. Заел капитально. Что-то он какой-то как побитый, я бы сказал, раненый какой-то. Какой-то его. Не понять, что, кто-то его, наверное, кусал или что. Рот какой-то порванный у него. Губа. Может, он кто-то его дернул слишком. Плыви, отпусти его, пускай живет, родимый. Иди, дорогой. Давай, давай, плыви. В берег встал. Плавник не туда. Плыви, плыви, плыви. Зарылся там, сейчас отойдет. Ну, к вечеру клюнул. Повел-то хорошо, ё-моё. Пока камеру включил, ребята. Проворонил, наверное. Нет, 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 пускай заезд. Пускай, ребята, заезд, заезд. О, ведет, 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 ведет. О, нет, кто-то там. Опять подлещик, наверное, скорее всего. Сейчас посмотрим, кто. Да. Ну. Вот такой вот. Опять подлещичек. Попался. Ну. Отпустим, конечно же. Даже на этого самого. На червя... На этого... На червячка взялся. Ух ты. Или лещ на килограмм. Ну, ну, ну. Давай, давай, давай. О, что-то есть. Опять. Опять не крупная.
Опять не крупненький. О, кто такой? А посмотрим, плотвица-ка. О, какая плотва. Какая плотвичка. Плотва-плотвичка. Класс. О, супер. Опять она заела капитально, эта плотва. Крючки, конечно, хорошие. Иди, 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 родимая. Ну что, ребята, вот такая рыбалочка. Не знаю, прекрасно провел время, хорошо отдохнул с семьей. Что-то и поймал даже. Конечно, разведка такая, все поклевки похожи на карасевые. Ну, не карась. Поймал две плотвины, как приехал, таких неплохих. Не снимал. Началось поклевки, так думаю, дай-ка поснимаю, что. Думал, может, карась уже и проклюнулся. Ну, карась еще не проклюнулся. Так где-то частично попадается он. Вот и место хорошее такое, вообще супер места. Тростничок, все, я тут бросаю. Но карася пока нет. Будем ждать. Ну ничего, еще все впереди. Вот такая вот у нас получилась рыбалочка. Я думаю, неплохая. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Люди еще рыбачат. Будем скручиваться. Вот получается у нас что? 20 минут 9. Ну все, как-то так, ребята. Вам здоровья, добра и всего самого хорошего. Пока.